Украинский неизвестный блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УМВ третий выпуск третьего сезона презентации «Компьютеры и комплектующие». Тема презентации «Что нужно делать при приустановке Windows?». Поехали! Если вы решили приустановить Windows, то первым делом нужно к этому подготовиться. Все данные из системного диска будут удалены. Обычно это диск C. И если вы не хотите потерять какие-то важные данные или возможно сохранения из игр, то прежде чем приустановить Windows, сохраните все это дело на флешку или другой диск. Сейчас я опишу наиболее важные данные, которые нужно не забыть сохранить прежде чем приустановить систему. Просто важные файлы. Если вы когда-либо хранили на диске C важные файлы, фото, документы и так далее, то нужно их переместить на другие диски. То же самое касается рабочего стола. С рабочего стола нужно все файлы переместить в другое место, так как все, что на нем лежит при приустановке, будет удалено. В общем, обыскиваем системный диск на наличие важных файлов. Закладки из браузера. Практически каждый пользователь сегодня сидит в интернете, используя различные браузеры Google Chrome, Mozilla, Opera и т.д. При этом чаще всего он сохраняет важные сайты в закладки. Если у вас в браузерах много этих самых закладок, то сделайте резервную копию и сохраните на флешку или другой диск. После приустановки Windows и новой установки браузера, их можно будет легко восстановить. Кроме этого, если не хотите возиться с резервной копией, то можете включить в браузере синхронизацию. Для этого нужно будет зарегистрироваться и все закладки будут сохраняться в облаке. Таким образом можно будет получать доступ к своим закладкам с любых устройств, компьютер, ноут, телефон, планшет, и при этом не бояться внезапно удалять сам браузер. Сохранение игр. Если вы любите компьютерные игры, то при установке системы не забудьте скопировать все сохранки. Обычно они хранятся на системном диске в папке «Документы». Очень печально будет, если вы проходили какую-то игру, а потом забыли про сохранение и переустановили систему. Переместите сохранки на другой диск. И после новой установки игры останется это сохранение положить на место. Данные других программ. Кроме сохранения игр у вас на компьютере могут храниться данные других программ. Например, я осваиваю слепой набор текста с программы соло на клавиатуре и там у меня своя учетная запись. Так вот, я делаю каждый раз резервную копию. Иначе я потеряю весь прогресс, если переустановлю Windows. У вас могут быть и другие программы, где хранятся какие-то данные или настройки. Подумайте над этим. Настройка интернета. Зайдите на официальный сайт интернет-провайдера и убедитесь, что там есть подробная инструкция по настройке интернета. Также у вас должен быть логин и пароль от вашего интернет-аккаунта. Эти данные вам понадобятся, чтобы настроить интернет в новоустановленной Windows. Это не касается тех пользователей, у которых дома установлен WIFI роутер. Настраивать ничего уже не придется. Достаточно будет найти свою WIFI сеть и подключиться к ней с помощью вашего пароля. Запомнить список программ. Обычно на нашем компьютере стоит несколько десятков программ. Так вот, чтобы не устанавливать программу, когда вспомним, а установить их все сразу, нам нужно знать список этих программ. Зайдите в пуск, панель управления и откройте раздел удаления программ. Здесь вы увидите все установленные на вашем ПК программы. Этот список можно запомнить, записать или сделать скриншот экрана, так будет намного удобнее. Сохраненные пароли. Так же как и закладки, в браузерах или других программах могут храниться пароли. Вот, например, недавно писал статью про сохраненные пароли в Google Chrome. Оказалось, некоторые не знают, что в этой программе могут храниться ваши пароли, если при авторизации на сайтах вы нажимаете кнопку «Сохранить». В некоторых случаях приходят социальные сети «Одноклассники» или «ВКонтакте», у пользователей в браузере автоматически подставляется логин и пароль. Иногда мы и сами этого пароля не помним. Но если вы решили переустановить Windows, то эти данные вы обязательно должны знать, так как после новой установки Google Chrome, Opera или Mozilla данные логин и пароль подставляться уже не будут. На этом сегодня все.
Надеюсь, вы максимально подготовились к приустановке Bimby. Источник HTTP, World Wide Web. Inet.com, Rustetti 608, что нужно сделать перед приустановкой Windows. HTML, что нужно сделать перед приустановкой Windows. Есть вопросы? Звоните плюс 38 097 928 8523. Или заходите на сайт UIB.ua. Увидимся в следующей презентации.